Ребят, всем привет! У нас очередная серия по тестированию ламп с AliExpress, которые вы просите меня периодически сделать. И сегодня у нас вторая серия из той серии, когда мы ищем светодиодные лампы, которые можно поставить в линзу. И вот вы мне присылали в личку очень много вот ссылок на AliExpress на вот эти лампы, которые очень как бы похожи на предыдущий вариант, который мы тестировали в прошлый раз. И, соответственно, из-за этой похожести я решил их заказать и протестировать, потому что действительно есть вариант, что эта лампа может светить в линзе. Стоит данная лампа 2000 рублей. На AliExpress я ее заказал, где-то недели за две она пришла. Вот, собственно, и она является логическим продолжением предыдущих ламп, которые мы тестировали. Эти обе лампы, соответственно, из той серии, я их называю как LED 360, потому что эта лампа не классической конструкции, как большинство ламп, которых мы раньше тестировали, у которых светодиоды светят по бокам. У этих ламп светодиоды светят на все 360 градусов, поэтому, собственно, она мне и показалась интересной. Как мы помним, ребят, из прошлого теста, вот эти лампы, которые я тестировал, они, в принципе, себя показали неплохо, но основная цель была для меня, по крайней мере, посмотреть, как они светят в линзе, и могу ли я рекомендовать эту лампу вам именно для покупки. Рекомендовать я ее могу только в том случае, ребят, если я увижу на своем стенде при замере люксметром освещенность во всех точках от лампы, что от светодиодной будет больше, чем от обычной остромовской галогенки на 55 Вт. И вот прошлые лампы, как вы помните, сейчас вы видите на экране результаты, в принципе, по ширине, по краям светового пучка светили достаточно ярко, то есть вы будете дорогу, обочины дороги видеть хорошо, но в центре, как и у ламп классической конструкции, у всех, которых я протестировал, наблюдался провал. Там 64% всего лишь от количества света, который дает старая древняя галогенка классическая, по сравнению этой светодиодной лампы было. То есть светодиоды все-таки проигрывают, и прошлую лампу я не мог рекомендовать однозначно. Поэтому, собственно, и была заказана вот эта версия. Она отличается принципиально чем? У нее сердечник. Сердечник стал гораздо меньше. И светодиодные чипы уже светят на 4 стороны, а не на прям где-то 360, как в предыдущей версии ламп. Соответственно, меньший сердечник, я предполагаю, что вот как раз может быть это и повлияет на то, что в центре мы наконец-то увидим вот яркую освещенную область, которая, ну, я уж не говорю по поводу там пересветить галоген в центре, но хотя бы к нему приблизиться. Хотя бы сделать так, чтобы по краям было бы лучше, а в центре было бы не хуже. Вот я ищу, на самом деле, ребят, такую лампу, потому что вы меня постоянно в личку спрашиваете, какие лампы поставить в те или иные линзы, и приводите, как правило, в тот момент, ну, модель автомобиля. Я вам, ребят, хочу сразу сказать, вообще не важно, какой у вас автомобиль, самое главное, что у вас стоит линза, потому что абсолютно все линзы, они построены на одинаковой конструкции. И неважно, там H11 лампа, H7, H1, HB3, HB4, вообще не важно. Суть всегда будет одна и та же. Поэтому, ребята, результаты этого теста можно применить абсолютно ко всем линзованным фарам. И, собственно, поиск идеальной лампы для линз, он, собственно, и занимает у меня все последнее время. Потому что я заказываю за свои деньги все эти лампы и, соответственно, тестирую в надежде найти именно лампу, которая хорошо будет светить в линзах. Собственно, из-за этого я и как бы к лампам отношусь так себе скептически, но вы меня постоянно просите, потому что я понимаю, одно дело поставить линзу и получить охрененный свет, и другое дело купить лампочку за 2000 рублей с Алиэкспресса, и, ну, тоже хотелось бы получить от нее охрененный свет. Ну, собственно, этим мы сегодня будем заниматься, проверим вот эти лампы в сравнении с обычным галогеном, поставим их в линзу, сделаю замеры. Замеры я, ребят, для чего делаю? Я мог бы их не делать, вам просто рассказывать. Ну, ребят, вот смотрите, как все классно светит, фотографии бы какие-нибудь там на стене бы посветили. И я бы, ну, мне кажется, вот это лучше, а вот это хуже. Но я, ребят, не хочу так говорить. Или я всем продавал, соответственно,
Все были довольны, у меня сосед поставил, он тоже доволен, крутые лампы. Я такими категориями не хочу, ребята, рассуждать, поэтому я исключительно буду замерять все люксметром и показывать результаты замеров вам. Ну а теперь предлагаю, собственно, перейти уже непосредственно к замерам и посмотреть их результаты. Итак, ребят, переместились мы на стартовую позицию для замеров. 10 метров до экрана, фара от спортика, линзованная. Линза под цоколь H7, и сейчас здесь стоит обычная H7 Ostrom Original 55 Вт. Сейчас я вам ее покажу, чтобы вы не думали, что там какая-то 100-ваттная лампочка. И, ребят, сейчас я с люксметром пройдусь по точкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, для того, чтобы во всех 11 точках снять показания от обычной галогенки. Потом, ребят, туда ставим светодиодную вот эту лампу и сравниваем полученные результаты. Итак, вот, ребят, лампа. На ней, в принципе, вы сможете прочитать, что это Ostrom Original. Вот от нее упаковка. И напряжение 13,2 и 4,31 ампер. Те, кто понимает, сразу понимают, что лампа здесь не 100-ваттная, иначе бы количество вот этих амперов было бы сильно больше. Все, сейчас, ребят, иду замерять вот эти точки. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И люксметром записываю результаты. Итак, ребят, данные для галогена мы получили. Сейчас берем вот эту лампу, соответственно, ставим ее вместо галогенки. Выключаем нашу галогенку. Сначала ставим цоколь. Защелкиваем. Защелкивается он так же, как обычная галогенка. И теперь, собственно, наша задача вставить саму лампу и провернуть ее до фиксации. Вот так вот. Теперь подключаем питание. Сразу скажу, лампа имеет полярность, поэтому если вы перепутаете плюс-минусом, она у вас просто не загорится. Итак, видим, как у лампы начал жужжать вентилятор. Ребят, лампа вообще компактная, она даже под вот эту крышку, она, скорее всего, зайдет. Драйвер не такой большой, его можно будет здесь внутри фары легко разместить. Ну, смотрим, как светит. Естественно, СТГ ровная, потому что это линза. По потребляемой мощности, кстати, ребят, лампа значительно меньше, чем вот этот вариант. Значительно меньше. Та потребляла больше. И что-то мне, ребят, подсказывает, что по свету все же это не очень. Соответственно, сейчас пойдем проверять. Ребят, что-то мне вот так визуально кажется, что что-то ни о чем, по-моему, эти лампы. Я сейчас, конечно, схожу, все эти обработаю, все показания, которые я получил. И вы их сейчас, наверное, будете уже через несколько секунд видеть, я их еще не знаю. Но визуально, мне кажется, яркости здесь, ну, точнее, освещения здесь немного. Поэтому сейчас сделаю в рамках одного теста этих ламп, сделаю тест еще и предыдущего варианта ламп, чтобы у нас получились, ну вот, максимально идентичные условия и максимально точные результаты. Потому что, по-моему, вот эта даже лампа светила ярче. Ну, соответственно, сейчас я ее поменяю и сделаю замер. Вы, опять же, это все будете видеть вот практически через несколько секунд уже на экране. Ну, результаты, ребят, вы сейчас видите на экране. В принципе, взгляд мой меня не подвел. Действительно, данной лампе банально не хватает мощности, чтобы
светить так же, как галоген по центру. В принципе, то, что было видно на глаз, оно и подтвердилось. Да, ребят, правую обочину вы будете видеть чуть лучше при езде с этими лампами, но вот что касается центра и левой стороны, прибавки там нету, там все равно света значительно меньше, чем от обычной галогенки. Ну и, грубо говоря, подводя краткий итог, чтобы вы поняли суть моих рассуждений, советовать однозначно ближний свет я ее не буду, если только вот хочется именно белый свет любой ценой и понтануться на районе в том плане, что, ну, как бы белый это красиво выглядит, но знаете и хотя бы не обманывайте ни себя, ни ваших покупателей, кто ими торгует, что данные лампы прекрасно светят в линзе. Вот в чем мой посыл основной. Ладно, с ближним разобрались, соответственно, из-за ее конструкции, ну, напрашивается вариант, что действительно лампа, скорее всего, для дальнего света. Кстати, в туманке тоже, ребят, ну, сами понимаете, геометрические характеристики лампы и геометрические характеристики спирали, мягко говоря, разные, соответственно, что в ближнем свете, ну, я сейчас покажу, как она будет светить, что в противотуманках, все же я не рекомендую ее использовать, но покажу. Чтобы вы не верили мне, как говорится, на слово, а увидели на практике, как влияют геометрические размеры лампы и, соответственно, то, что мы получаем в плане свет-теневой границы. Ладно, давайте перейдем к тому тесту, где свет-теневая граница не нужна. Это касаемо идет все разговор дальнего света. Сейчас поставлю ее в дальний и посмотрим. Но я думаю, что все будет хорошо, потому что, собственно, к дальнему требования у нас минимальные. Ребят, поставить лампу было не очень просто, потому что защелка здесь вот, она упирается в ее вот эти вот такие вот выступы. Ну, наверное, если их сломать, в общем-то, сейчас я их просто не хочу ломать. Если их сломать, то, в принципе, поставить их будет проще. Ну, ладно, нам, в принципе, для теста это не обязательно, потому что я ее, в принципе, закрепил, хоть и не сразу. Ну, давайте смотреть на дальний свет. Подключаем. Ну, ребят, в общем-то, как я и предполагал, для дальнего света данная лампа подходит идеально. Она дает вот пучок света равномерно, который расходится во все стороны. То, что и надо для дальнего света, без всяких крестов, без всяких там засветок лишних. Вот в этом плане, по-моему, вот эта лампа как раз и создана для того, чтобы именно служить в дальнем свете. Ну и, ребят, раз уж вы досмотрели до сюда, то для вас бонус. Обещал бонус в начале видео, выполняю. Смотрите, вот эта лампа, соответственно, которую мы сегодня тестировали. И краткий ответ, почему я считаю продажу ламп полной хренью, особенно для линзы, и когда кто-то про них рассказывает, что это лампы светят. Вот, ребят, светодиодный модуль, Dixeluvский X-Bright. Соответственно, лампа и линза. Ну, как бы, наверное, вы видите огромную разницу. Почему мне теперь абсолютно не интересны никакие лампы? Я понимаю, что лампы это полная хрень, по крайней мере, в том виде, в котором они присутствуют сейчас на рынке. Итак, парни, рефлекторная фара, дастер, цоколь, блин, наверное, не видно, но поверьте, H7. Как мы видим, ребят, свет-теневая граница пропала, здесь вот все в таком идет размытии. Более того, камера хуже передает свет, освещенность. На самом деле, вот здесь света вообще очень много. Видно, что нету никакой границы. Вот здесь вот есть некий намек с этой стороны, что она идет и что она должна где-то идти здесь, но вот здесь происходит размытие. И, соответственно, из-за вот как раз несовпадения геометрических характеристик чипов и спирали в обычной лампочке. И поэтому, ребят, не используйте данные лампы внутри рефлекторных фар, даже противотуманных. Также, ребят, где в фарах, если нет торцевого колпачка, там будет полный ахтунг, потому что она будет во все стороны слепить, и часть света банально не пойдет в отражатель. Вот я сейчас стою намного выше СТГ, но она уже меня слепит, соответственно.
Также, ребят, в прошлом видео я объявил сбор средств на тестирование лазерных ламп, которые мы потом разыграем среди подписчиков. Китайцы, к сожалению, ну, не стали мне их высылать. Видимо, может быть, по каким-то причинам непонятным. Ну, в общем, я к одним, ко вторым, к третьим обратился, не стали. Ладно, хочу отчитаться о том, что мы собрали уже где-то 37% от общей суммы. И, соответственно, я так предполагаю, что, в принципе, рано или поздно мы соберем всю сумму и сделаем тест вот этих лазерных ламп, которые мне очень интересны. И, соответственно, после теста эти лампы разыграем на канале среди подписчиков. Вот. Поэтому огромное вам спасибо тем, кто на этот мой призыв откликнулся и, собственно, отправил посильную помощь в плане сбора средств вот именно на заказ данных ламп. Ну и, как обычно, хотел бы вас поблагодарить за просмотр. И если информация была, ребят, для вас полезна, ставьте лайк. Если была бесполезна, вы не узнали ничего нового, ну ничего страшного, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео.